штучка пластмассовая. Точно. Что Андрюшка папа поломал? Я вообще не помню. Шайба от душа. Точно? Да, и теперь у нас нету душа. Всем доброе утро, мы завтракаем. Андрюшка, доброе утро. Ай, папка вкуснятину дал. Класс, Николя сидит, играет. И тут вкусняшку ей папка принес. Ням-ням-ням. Маленький кусочек разрешаем. Маленький. Да. Всем привет. Сегодня воскресенье, день, когда Дима дома. И наконец-то этот день мы проведем вместе. Но нам нужно сходить купить продукты. И, возможно, мы погуляем, если не будет дождя. Потому что сегодня весь день был дождь. Я уже на выходе буквально беру пакет. Дождевик хотела взять на коляску, но вижу, что не нужно. Скорее всего, дождя уже не будет. И немножко с вами прогуляемся. Нужно купить продукты, продумать, что нужно. А что мне? Мне, наверное, не нужны карточки и моя сумка. У меня закончился бальзам, я такая лохматая, несмотря ни на что. Лохматая и все. Ну ладно, возьму сумку, ее можно подцепить на коляску. В принципе, ничего ж мешать не будет, правда? Все. Погнали. Смотрите, как мои ногти подходят. Ой, как я показываю. Под мою вот эту кофточку. Ждете маму, да? А ты как красиво ты сидишь. Держи. Кофту. Держи. Вот так. Я пакет взяла. АТБшный. Слушай, а у меня там игрушки в этом. Надо было их достать. Там ведро. Я бы туда положила что-то из продуктов. Ну, в принципе, вдруг она поиграть где-то захочет. Ладно, пошли. Андрюшка, где? Андрюха пошел в третий подъезд. Дима говорит, что нельзя рассказывать, а то не сбудется. Да, Дима? Да. А я тут хотела вам рассказать о Диминой мечте, а нельзя. Угу. Все? Так выложить на блюдечке, да? Ну, можно на тарелочке, на тазичке. Тут-то было. Короче, идем мы в АТБ. Сейчас купим продуктов. Я иду, думаю, может, мы пиццу вечером можем сделать. Приготовить. А ты будешь помогать? Нет, конечно. А что? Я же поеду. Уедешь? Да. Да? Вот это я новости узнаю на камеру. Понятно. У нас такая погода непонятная. То жарко, то холодно, то дождь. Не жарко тебе, Андрюш? Где ты? Что? Не жарко? Не жарко. А что? Вот я хочу предложить вам кое-что. Что? Разделиться на команды, девочки и мальчики. Кто первый доберется до АТБ, тому и по морожке. По морожке. Андрюш, ты смотри, это мама сейчас как рванет туда до АТБ, не догонишь. Ой-ой-ой, даже если один человек, то все команды выиграют. А ты знаешь, какой я мотоциклист вообще? Какой? Вот такой. Все, Андрюха убежал. Я первая в АТБ. Нет, это я первый. Я просто отошел туда. Я иду в АТБ. Это я. Смешной капец. Это я, мам. Да ты. Наш папа не знал, что пиццу надо взвешивать. Ну смотри, тут батон ватрушки. Ну так а ты цену посмотри на пиццу. 200 гривен. И там на кассе ее... Ну, а твоя сколько весит? 216 сейчас. Ее перевзвесят на кассе. А Дима ее уже взял. Пакет увеличил тяжесть просто. Ну, будете спрашивать, скажешь, ребенок укусил.
Вообще-то там написано «Граф». Сходил папка мой. А кто это ел? Ты, Дим? Ты ел, Андрюш? Кошмар. А что, мам, я написала. Дождь, не можешь дерзать теперь такой вкусный? Так сколько она, интересно, забыла? Ты посмотри, какая пицца, какой номер ты берешь. Пицца с шинкой. Ну. Вы как главные эти нарушители. Да, мы так. Воры. Тут где пицца? В магазине. На весах лежит ваша пицца. Капец. Ну все, пошли. А что ты не взвесил? Там цену выбивает. Иди. Номер выбери. Какая пицца по номеру? Господи, с кем я пришла? 31. Вы из какого села, мужчина? Такого еще не нет. С долбуны? Еще такого не нет. Правильно, надо сначала есть, потом взвешивать, а потом платить. Самый выгодный процент. Ну вот. 15.70. 15.70. Как это? Цена за штуку. Точно? Ну вот, смотри. Ну там же писал, за 200 грамм. Так разницы нет, смотри. Точно? А ну сколько она? Вот, 222 грамм. А это? 218. Девушка, а пиццу надо взвешивать или она за штуку цена? За штуку цена стоит, але її треба стикерувати. Це ви не важите, а просто код товару. А штучки, ну, то есть, якщо однаково, то спасибо. А то у нас ребенок укусил, я говорю, надо же взвесить было. Не-не-не, вот это так просто, да? Стики, чтобы вам не могли выражать. Спасибо вам. Классно я вас напугала. Это как из дыка, из какого ты села, с дальнего? Дуже дальнего. Это с хутора, да? Ну, да. Ну вот и все, мы остались одни. Дима уехал на работу. Андрюшка пришел домой, мы с Никулькой немножко сейчас погуляем, пройдемся. Голос хрипнет, капец. Мы тоже пойдем домой, просто нужен свежий воздух, постоянно сидеть дома тоже нельзя. Ветер такой, видите, поднимается. Классно, на улице сейчас хорошо, не жарко, можно гулять. Я тут зашла в частный сектор походить, погулять. С Никулей, который сидит там, рычит. Не хочу уже далеко идти к озеру туда, потому что там детская площадка, и потом Никульку оттуда не заберешь. Чего у меня постоянно хрипнет голос, мне интересно. Что, Никулечка моя? Хочешь бегать? Давай, вылази. Красивый кусты роз. Но жалко, розы уже цветают, блин. Правда? Ну вот скажите. И там такой классный. Как он называется? Не знаю, как называется. Сейчас только, вы знаете, хожу гуляю и читаю комментарии. Ну, большинство, конечно, комментариев меня умиляет и улыбает. Ребята, когда вы пишете комментарии кому-то, вы подумайте, пожалуйста, о том, что вы пишете. Это со стороны выглядит смешно. Это нельзя воспринимать серьезно даже. Вот мне девушка или женщина, ну, скорее всего, женщина, Лариса Ларисина, только что написала комментарий. И вот что я хочу вам сказать. Вот эта Лариса Ларисина мне написала: «Боже, что она снимает, кому это нужно? Кто это смотрит? Бедные люди». Лариса, кто не хочет, тот не смотрит. Это раз. Никто себя не насилует, я никого не привязала. Это два. И третий. Ой, мы испугались, ты что? Мама дорогая. И для кого это нужно, что она снимает? Так я тебе отвечу, девочка моя, я снимаю это для себя. Для себя, для своей семьи, для своих детей. И попутно, если кто-то хочет это смотреть, то могут смотреть, я доступ не закрываю.
к своей личной жизни. Я что хочу, то показываю. Что хочу, то снимаю. Что не хочу, то остается с закрытой дверью. Многих классных девчонок и пацанов здесь нашла на ютубе, с которыми я общаюсь лично. Мне очень нравится. Я им очень благодарна, что они появились в моей жизни. И все. Поэтому, если вы пишете, вы хотя бы подумайте о том, как вы будете выглядеть со стороны. Не думайте обо мне или о ком-то. Думайте о себе. У меня все прекрасно. Поэтому не переживайте за меня. Я, конечно, рассчитывала, что мы проведем время вместе, погуляем с Димой вместе, все вчетвером. Но Дима, как обычно, нас бросил. Бросил, представляете? И уехал. Мы позвонили с работы, ему пришлось уехать. Но я думаю, он ненадолго. И еще, мы мясо не купили. Купили мясо, потому что нет уже в этих магазинчиках ничего хорошего. Я хочу какого-то гуляша стушить. Что-то такое, знаете, чтобы было в подливочке, и таяло во рту, и с пюрешечкой. Прям, как сильно хочу. Тут темно, потому что мы в тенечке гуляем. Сейчас покажу вам красивый куст. Посмотрите, какая красота. Эй, красота! Ой, мама, никуда стою. Боже, какой красивый куст. Никуля, туда нельзя идти, там кто-то живет. Это чужой дом. Чужой дом, нельзя. Там собачка. Собачку боится. Ты, Пеппи. Длинный чулок. Нельзя, пошли. Куст показали и пошли. Как невеста прям куст стоит. И идем вот туда по улочке гулять. У кого-то только заплетается виноградик, видите? Только-только цепляется за эту арку. Вероника, ты осталась там? Девочка моя, пошли. Ну пошли же, он мокрый этот пенек. Собака прибежала, слышишь? Чтобы она оттуда не выскочила из открытых ворот. Вот уж понравилось. Нет, нельзя так делать. Знаете, что мы купили? Я же вам не рассказала, что мы купили. Ой, тут розы красивые. Ну что же вы делаете, люди? Такую красоту садите. Тоже хочу. Я тоже хочу свой дом, садить виноград, кусты роз. Прям цветы, я балдею от цветов. Ну, еще зелень люблю, когда растет своя. А картошка, морковка, все остальное, мне кажется, все можно купить. Боже, какая роза. У Ники пробежка. И значит, что мы купили? А мы купили кукурузку. Такую, знаете, пятиминутка, сказала мне продавец, что варить ее не больше 5 минут. И потом классно ее сделать в пакет со сливочным маслом и солью завязать, чтобы она пропарилась. Она говорит, боже, вы просто обалдеете, насколько это вкусно. Ой, Петя петушок. Петя петушок. Не видно тебя. Что-то тут на окнах вообще, наверное, никто не живет. Футбольная академия, вот видите? У нас тут хорошая эта улочка, мне прям быстро идти не хочется. Очень хорошо, тем более и жары нету. Это вообще лучше не придумаешь. А вот такие дома из плитки мне почему-то напоминают какие-то поликлиники сельские. Ну, что-то такое. Раньше госучреждения обкладывали вот дома такими плитками. Такой плиткой. Никуль, туда нельзя идти. Иди назад. Асфальт тут недавно укладывали, поэтому бордюрчиков нету. Хорошо. Орех огромный такой. Вот такой орешище. Класс. И мои ногтики вам. Девочкам идея на лето. Девочки, просто класс. Смотрится очень красиво. Да, вишни нельзя поднимать. Уже увидела. Уже вишенки проходят. Что-то мама молчит, на даче вишни у нас есть. Я ей не покупала.
можно было бы закатать. Именно мама очень вкусно с сахаром делала. Потом открываешь без косточек, без ничего и просто в варенье бросаешь. Цветочечки. Юлина слабость. Все, выключаю камеру, потому что меня не остановить. Смотрите, в какой красоте мы гуляем. Как же здесь красиво, какое небо. Просто. Николь, это раздевалка. Очень красиво. Просто необъяснимо, как красиво. Да, пошла. Выпадешь. Листочки там. Давай, ручку давай. Пошли посмотрим водичку. Пошли. Водичку посмотрим. Смотри-ка. Очень красиво, да? Вот так мы сидим на берегу и смотрим на водичку. Да. А потом вырастем и пересмотрим этот момент с большим удовольствием. А Лариса нас спрашивает, зачем мы это делаем? Лариса. Да? Не, ну только в воду упадешь. Чайки летают, да? Красиво. Me no better like that. Fits in and you're starting out too quickly. Man, it's in the way you do when you move so swiftly. Пришли мы уже домой. Сейчас я вам покажу, что мы купили. Я не буду вам показывать картошку молодую, но вот я вам покажу кукурузку. Просто сейчас же будет Андрюшка чистить и будем варить кукурузку, потому что Андрюша сильно хочет есть. Давай покажу, что я купила, и будем есть. Купили руколу. Мы купили персики, будем готовить торт. Давай, Ника, тебя не видно, иди сюда. Вот сюда. Вот сюда иди, боже мой. Андрей плачет голодный, Ника ноет на улицу, хотела остаться там, хотела прям, да? Всем привет! Да? Так. Мы купили масло, молоко, такие две штучки мы взяли. На салат к руколе помидорки, гречечка. Манная кашка, дети, едят. Горох на гороховый суп я замочу. Дима привезет мясо, тут мы мясо не купили. На торт печенье, Мария. На торт йогурт. Огурцы. Сахар и еще одно молоко. Макароны. Желатин и желе. Все. Все, что мы купили. Мороженку съели, яйца. Мясо, к сожалению, не купили, но Димуля привезет. Ой, Ника, ой, актриса, прям не могу. Все, начинаем что-то готовить, да? Морзилка моя. Будем готовить, потому что все голодные. Нагулялись. Аппетит прорезался. Смотрите, как мне сказала женщина в магазине. Значит, вы отварили кукурузку, положили ее в пакет, туда чуть-чуть подсолнечного масла и соли. И вот так вот себе там поперетирали. Видите, у меня еще масло есть, не растаявшее. Ну, понятно, двумя руками. Вот так хорошо ее хорошо поделать. Остынет. Она даже сказала вот так хорошо перемешать и завязать кулек. То есть она в кульке хорошо пропарится. И тогда эта кукуруза будет очень вкусная.
Она мне сказала, продавец. Значит, я попробую, вам расскажу и скажу, стоит вот это заморачиваться или нет. Но я думаю, будет очень вкусно. Доброе утро. Мы тут будем нашего Андрейку, а он не хочет просыпаться. Смотрите, как замотался в одеяло. Просыпайся, одевайся. Будем кошечку есть. Знаете, он на ночь не хочет засыпать, потому что спит долго. А мама его решила разбудить. И Вероника тоже со мной заодно. Так, за кусты брела. А я сейчас еще твоего Дауса съем. А это Андрюшкины друзья, он без них не спит и никуда не ездит. Прям двоих тащит. Пол чемодана маме занимает, если куда-то едем. Может, я тебя с собой возьму в свой любимый город? Это моё убежище. Идём сюда, не пускают. Эй, убежище. Дай залезть к тебе. Боже, Ника, ты чё так орёшь? Мама дорогая, под ногами роботы. Ага, он мне прислужащий. Где я? Слушайте, его надо куда-то убрать, он под ногами встал. Гой спит без футболки. Одеяло только здесь. Вот там вот одеяла уже нет. Вставай давай. Будем желать нашим зрителям прекрасного дня и говорить всем пока. Говори всем пока, тогда я тебя оставлю в покое. Всем пока. До свидания. А прекрасного дня пожелать? А прекрасного дня желаю. Пока-пока, ребята.